Дело дошло до суда. Трех жителей Петропавловска накажут за попытку вывести краснокнижных кречетов за пределы Камчатки. Из 10 птиц, которых нарушителям не дали увезти в Хабаровск и Приморье, 2 погибли. Остальных выпустили на волю. По версии следствия, трое жителей краевого центра с целью получения материальной выгоды добыли, перевозили и содержали 10 особей соколов кречетов. По замыслу организаторов группы, транспортировать птиц за пределы Камчатского края планировалось морским транспортом. Вовлеченный в процесс незаконной транспортировки краснокнижных птиц капитан морского судна внес судовую роль, заведомо ложные сведения о включении в состав экипажа одного из злоумышленников. При попытке перевести незаконно добытых краснокнижных птиц на территорию Хабаровского и Приморского краев преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, птицы изъяты. После реабилитации 8 особей выпущены в естественную среду обитания, 2 птицы погибли. Ущерб природным ресурсам составил более 4 миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.